Полицейские Аши задержали автоворов. Криминальный квартет вскрывал чужие машины и похищал ценности из салона. Забирали магнитолы и акустические колонки, а потом продавали все это по низким ценам. Злоумышленники промышляли ночью и вскрывали преимущественно отечественные легковушки. Известно, в банде орудовали и двое несовершеннолетних парней. Сейчас участники группировки задержаны и дают признательные показания.